Чего? А что это такое? А зачем? А зачем? Опа-опа, Гаргантюа, Стоямба! Вот зачем здесь 4 стены ореха! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби третьей части, друзья. Блин, я очень счастлив. Активчик, покажите там лайкосик, прожмите обязательно. В общем, мы продолжаем. И знаешь, мне очень нравится играть в эту игру, какой-то такой вайбе, когда я помню, блин, растения против зомби вторую часть играл. Вот это да, вот это прикольно. Но тут, знаешь, не то, что особо прикольно на лужайке, да, против зомби сражаться, а интересно послушать историю Дэйва и его племянницы. Вот. Так, давай для начала, наверное, возьмем вот такой вот подарочек. Да, ланчтайм. Берем его, ребята, и просто ништяков тут офигеть. Должно хватить. Пока что вообще просто все легко. Че по задачам, да, начни новый день. А что это значит? Погоди. Так, блин. Блин, надо сражаться, да, там. Ну, погнали, погнали. Так, кабачок есть, это имба. Это просто сигма. Серьезно, как же я его обожаю. Так. О, вот это найс. Применяйте. Все, быстренько, раз и все. Такая вот у нас появилась способность, а не то, что растение. Даже убрали. Знаете, я вот одного не могу понять. Я, правда, уже... Слушай, это третья серия, а выбирать растение нельзя? Нельзя? Что случилось? Что реально случилось в этой жизни, что нельзя выбирать растение? Или это потом будет? Типа, пока что... Такая минималочка. Хотя там где горохострел наш дорогой, да? Странно, странно. Так, ладненько. Все, давай быстрее. Че, бонг-чой, я думаю, по стандарту. Только тут я даже не знаю, успеет, не успеет. Но вообще, по идее, надо бы. Так, ну давай, вот так вот начинаем. Ребята, успеем, не успеем? Вопрос. Пока что вот так вот делаем. Это мы притом без ускорялки, кстати, играем. Ну, если что, можем применить. Применить там. Так что все будет хорошо. Ну-ка, разбирайся! Все, отлично. Мо тут как тут. Кстати, насчет вот мо, вот этой газонокосилки, ребят, тоже я еще пока не знаю. А именно... Она одна? Она реально как бы одна или как? Так, погоди-ка, погоди, у нас тут провалы маленькие. Не, ну тут пока еще выдерживает оборона, но... Смотри, там сколько идет-то этих зомбаков. Тихо. Спокойненько. Сюда. Ну, по идее, кстати, в правильное место. В правильное место мы поставили. Ну, тут по-любому надо. Так, китайская, давай. Капусточка вперед. Так, вопрос. Он, кстати, зафигачит его или нет? Ну, он, в принципе, как-то доходит. Он что-то куснул его немножко, но вроде как... Немножко. Немножко, друзья. Отлично. Так, здесь мы ставим стена орех. Быстренько. Блин, спасайте, спасайте быстрей. Ну, заряжай базюку. Есть, есть, друзья. Так, ладненько. Вот как-то так играем. Только сейчас мы уже развились, а? Ну, посмотри. Ну и понятное дело, тут обязательно надо поставить. Минус зомбак с флагом. Минус обычный зомбачок. Базука, в принципе, прикрывает. Давай, базюка. Есть. Все, тут можно просто ускорять. Не, ну как бы можно было
способность применить вот этой вот все-таки, да, штучке. Но... Найс. Ну хорошо, хорошо, друзья. Правда, проблема, сколько там 15 дней? Я даже не знаю, насколько это? Вопрос, ребят, на сколько часов это? О, так, крысы, сад заполнен ядовитым туманом. Нам нужно спасти оставшиеся растения. Так, что у нас робот говорит? Я с радостью окажу свои услуги еще раз. Пожалуйста, отойдите, пока я обеззараживаю территорию. Боже, он реально сейчас надышится! Дэйв, нет, говорит, ты не можешь и дальше подвергать себя воздействию этой ерунды. Ты не нерушим, ты знаешь, не нерушим. Это меньшее, что я могу сделать. Зверства, совершенные в этом саду, просто... Да, короче, не подсчитать. Подними голову, приятель, что бы ты ни сделал, это не может быть настолько плохо. Ну, короче, один фиг он, ребят, это... Делай. Такс. Ну-ка. Ля. Слушай, ну он, походу, долго не протянет, такое чувство. Как будто у него реально там, не знаю, легкие есть. Он прям это задыхается. Флибл! Все гораздо хуже, чем я мог себе представить. О, боже. Тут реально вандалы какие-то поработали, смотри, господи. Чем тут занимались? Ну, я так понимаю, что... Иди за Мо. Блин, они вот эту историю, ребят, растягивают. А я беру вот это. А я беру вот это. Жвачку берем. Она, кстати, имба. Ой, да куда же я ее собрал-то? Тут армия кабачков. Погляди. Просто сигмы. Математички. Что ж вы творите? Ля, чисто один в один. Мордочка. Так, ладно. То есть мы, по идее, можем применить этот автомат... С конфетами. Блин, помню то время, реально. Как же прикольно было. Чё там? По 5 рублей. Жвачка. Такая, такие шарички. Так, зомбак идет. В принципе... Кстати, времени у нас просто офигеть завались. Просто офигеть завались. Вот эти штуки не просто так. Естественно, стена орехи сейчас будем ставить. Так, ну один рядочек, в принципе... Пойдет. Пойдет, друзья. Так что это. Такс. Найс. Найс. Ага, уже идет, смотри. Ну куда ж ты идешь-то, а? Так, я самое крутое беру, базюку. Ребят. Да, сюда. Вот тут вот как будто стена орех сейчас лишний, да? Потому что кабачок он не сделает, он сейчас чисто свою роль вот как бы теряет. Надо было потом поставить. Ну ладно, зато мы немножечко времени... А вдруг наоборот? В мом. Сейчас посмотрим, друзья. Так, и я смотрю, куда лучше. Вообще, по идее, кстати, да, тут хорошо будет. Так, тут есть защита, вот сюда. Блин, конфетный аппарат этот надо. А давай так и сделаем, кстати. Ну-ка. Трямс! Ладно, вот так вот. У нас еще и кабачки есть. Тихо-тихо, он начинает злиться! А, это нижний злился. На, нафиг. Такс. Все, отлично. Не, ну в принципе хорошо идет. Мы можем просто ускорить. Все идеально. Отлично, базуки тут есть у нас. Такс. Так, ну я предлагаю, конечно, по несколько штук ставить. Потому что как-то все-таки... Так, сейчас тут жрать уже начну, кстати. Ста. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, давай остановимся, приостановимся немножко. Слишком. Слишком хорошо уже идем. Не, ну тут по-любасу кабачок. А, какой, где? Тут его уже нету, блин. Их же нету, нельзя выбирать, вот чем беда.
Так, ребят, вы останавливайтесь, пожалуйста. Остановочка. Ваша здесь. Так, ну и понятное дело, вот так делаем. Ну тут один фиг мы сейчас заюзаем. И вот так делаем. Интересно, здесь можно прокачивать растения? А что, если да, потом? Да не, ну конечно. Так, отлично. Лужайка зачищена. Ну, тут уровни стали намного длиннее. Да, друзья. Даже если мы применяем X2. Ого, дружище, нифига ты. Цены нам тут гнешь. Такс, давай. Чисто замо. Ох, Мо, ты действительно превратил сад дяди Дэйва в грязный салат из грязи, не так ли? А, что сделал? Кашель. Меня взломали. Разрушитель газонов, кашель. Да, короче, взломали все дела, понимаем, понимаем. И наш дорогой говорит: ничего не осталось, без моего сада мы никогда не отразим нашествие зомби и не построим туман-пылесос, чтобы спасти Нейборвиль. Ох, как же ты хорошо говоришь-то, а, дружище, как же хорошо говоришь. Пожалуйста, позвольте мне немедленно приступить к ремонту сада, кашель, у меня произошла критическая внутренняя система ошибка, кашель. Все нормально, да? Озвучиваем. Вот так вот надо. Это состояние совершенно невыносимо, вопрос. Это то, что люди называют сожалением? Ну-ка, безумный Дэйв. Возможно, это просто туман разъедает ваш коленчатый вал. Не волнуйся, малыш, я никогда не смогу злиться на тебя. Так. Давайте раскатаем новый газон. Мы в кратчайшие сроки приведем это место. Хороший вид. Так, есть же. Найс. А, грабли, ребята. 24 уровень. Ничего не берем. Ничего не берем, кстати, ребята. Все, отлично. Погнали. Let's go. Тан-тан-тан-тан. Так, сейчас, секунду. Секундочку, ребятки. Секундочку. О, все. Блин, тем временем. Быстрее собираем. Я там отвлекся. Чуть уже не проиграли. Так, ну я думаю, что нормально. Нормально. Так, еще следующую ставим. Базюки. Ну, а так, по идее, нам нужно, конечно, это совать. Че бы и нет, ребята. Все. Есть же, смотрите-ка. Ой-ой. Ой-ой, что там идет? Так. Ну, я так понимаю, срочно вот так вот делаем. Самое лучшее решение, я думаю, вот такое будет. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо. На 2х играть уже все. Надо успокоиться. Эх, дружище, ну куда ж ты проходишь, а, братишка? Блин, ну вот что ты наделал, а? Хотя, по идее, мы могли там позволить ему. Так, ладно. Погоди, а дают кэшбэк? Вопрос. А почему нет? Эй! Почему бы и нет? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну тут понятное дело, что, ребят, применяем, просто надо сейчас выждать время. А, ну все, найс. Такс. Все идеально. Так, давай, дружище. Отлично. Погоди, а куда нам вообще монеты вот эти нужно тратить? Вот это мне интересно. Действительно, вот эти монетки? Гольф? Или что это? Что это такое было? Я просто не понял.
Там реально, смотри, какой-то гольф. А, 3, потом 6 выигрыша и 9 выигрыша. Ничего себе. Короче, надо типа без проигрышев, да? Так, ну что же. Давай, делай. Делаем, ребята. После посадки 3 миллиона там. Так. Вот это я называю растить зеленый газон. Обожаю запах свежей лужайки. Ну-ка. Мы не должны тревожить свежую травку. Кашель. Возможно, нам подойдет тропинка вокруг сада, позволяющая нам продолжать наши... Слушай, ну... Некоторые тропки через сад сделают передвижение намного проще. Отличная идея, Мо. Еще и тропинки тут надо сделать. Сюжет прям вообще, знаешь, долгий. Прямо не... А тут что будет? Тут что? Серега, ты-то что там забыл, эй? Он спит, храпит, смотри, как ни в чем не бывало. Он-то там что забыл? Смотри, еще плавает в бассейне, в басике. Ну, тут ждите, ребята. Наверное, 30 уровней, где мы пытаемся, не знаю, 30 дней выкурить Серегу из бассейна, который не желает прочь. Так, ладно. Ладно, ребята, идем дальше. Так. Да, идем. Че? Так, берем. Ну, хотя, на самом деле, это надо, наверное, ребят, оставить на потом. Чего? А что это такое? А зачем? А зачем? Вопрос. Вопрос, на которого... Ну, кто даст ответ, ребята? Ну-ка, кто-нибудь дайте ответ. Почему здесь 4 стены ореха просто в ряд? Типа, что там происходит-то? Что там сейчас будет происходить, ребят? Вопрос. М? Так, ну, первым делом, естественно, я вот так делаю. Так, давай-ка вот так сделаем. Вот так вот сделаем. Так, машину чуть попозже применим. Наверное, на первой или на последней. Не знаю, не просто же так мы ее взяли. Не, а чё вот они грызут? Чё они ожидают от этого? Ну-ка, помочь быстренько. А, ну оказывается, он так применяется. Ребят, ну извините. То есть, если просто кабачком вот так поводить... Машинка используется, так что надо быть аккуратным, да, к сожалению. Или к счастью. Ладно, ничего страшного, мы справимся полюбас. Просто, ребят. Такс. Так, я думаю... А чё, ребята, о. Сейчас, погоди. О, отлично. Ну, что-то их многовато. И вот сейчас вот эту машинку надо бы и было применять. Но, к сожалению, видите, судьба немножечко распорядилась иначе. Но ничего страшного. В принципе, ничего страшного, на самом деле. Так, ребятки, а вы идите сюда. Сейчас вам тут нападают тумаков. Плюс нам постоянно виноград помогает. Ты гляди. Ничего страшного, да, ребят. Немножечко игра, конечно. Ладно. Найс. А, вот сейчас волна-то идет. Ничего, блин. Опа, Гаргантюас, Таямба! Вот зачем здесь 4 стены ореха! Вот теперь я все понимаю. Вот теперь понимаю все. Зачем и почему. О, дружище, погоди, разогнался-то. Стоямба! Ну-ка, быстро его. Ребята, кулачки, родимые. Так, сейчас сзади. Ну-ка. Найс, теперь кабачок. На! Ну чё, как тебе? Хорош. Справились, но только тут забыли про зомби этого, поэтому срочно исправляемся. А вот и первый Гаргантюа, ребята. Поздоровайтесь.
Какой он хороший, а? Ты смотри просто на это. Ладно, отлично, ребята, отлично. Давай двигаться дальше. Прогресс. Теперь можно выбрать дорожку. Все как по фэншую. А что это у нас такое? Смотри. Какие-то интересные просто камушки. Что это за детальки какие-то? Гаечные ключи. Слушай, не видел ни разу такой дорожки. А давай так и сделаем. А давай такая дорожка и будет, ребят. А почему бы и нет? Что-то интересненькое, что-то новенького. Эти тропинки, наверное, делают сад более привлекательным, не так ли? Да. Для тех, кто металлолом собирает, они ж тут все вынесут. Возможно, это немного слишком привлекательно. Нам нужно убедиться, что орда зомби не разрушит это место. Орде зомби нечего будет разрушать. Можно было бы разрушить, если бы голуби-хищники вырвали бы всю нашу недавно посаженную траву. О боже. Голубятинка. Нам понадобится немного энергии растений, чтобы защитить сад. Пришло время посадить грядку гороха. О, ничего себе. Так, опять же смотри. Ладненько. Ух, тут, блин, кабачков нам прямо аж... Так, я так понимаю... А вот и новая карта, ребят! Лес! И музончик, а? Навалили. Вот это прикольно, вот это вообще прикольно, ребята. Так, кстати, такой небыстрый уровень, поэтому... Нифига там волки воют уже в лагере. Такс. Так, чё, кабачков готовим, ребята? Чё думаете? Пора их садить. Ля, ну пусть стоят. Вперед. Мне кажется, знаешь, их надо оставить на потом, а именно, если Гаргантюа пойдет. Вот что я думаю, ребят. Вот что нужно сделать-то. Хотя, вот, например, те же самые вот эти челики... Смотри. Не, ну нормально, кстати. Он хорошо выносит. Только проблема... Проблемка, ребят, что стена орехов больше не будет. Вот чем беда там. Поэтому, по идее, надо бы защищать. Да пофиг. Оп. Тихо. Ребят, давайте. На X2 постоянно не двигаемся. Разрушили, да? Ладненько, а мы два поставим. И еще защиту бедный подсовнул. Посмотри в его невинные глаза. Он довольный был такой. Ну, братишка, извини. Блин, чуваки, ну-ка все. Хорош, успокаиваемся. Что-то вы разогнались слишком. Давай, бонг, чё, бей. Там они, смотри, вдвоем прям. Пусть подойдут только. Ну ничего. Все, let's go, погнали. Я думаю, что все бы нормально будет. О! Второй раз, кстати, виноград у нас сработал, потому что уже такая, знаешь, потная карточка. А, это уже все. В принципе, легко. Да? Берем сюда. Отлично. Так, вот сейчас грохострел надо будет. Ой, какие маленькие. Хорошенькие, ребят. Какое прекрасное место, чтобы вырастить новую грядку малышей грохострелов. Они могут помочь отпугнуть надоедливых голубей. Да голуби-то фиг с ними, блин, ребят. А вот воробьи. Ну ладно, воробьи.
Вороны? Там-то пугало иногда не работает, на самом деле. С небольшим... обильной солнечной диетой и секретной растительной формулой эти новобранцы будут готовы к бою в кратчайшие сроки. Вот так вот. Смотри-ка. Наши ростки заслуживают того, чтобы их вырастили в хорошей, благоприятной среде, прежде чем мы... Да, за выживание. Да, понимаю, там кошмар, конечно, будет, офигеть. Возможно, я мог бы вырастить в одном из трех причудливых стилей. Создатель Дэйв, пожалуйста, авторизуйтесь. Ну, сейчас начинается уже, да, такой тут. Хорошо, но только если мне удастся построить садовую статую, всегда думаю, что это что-то причудливое. Ну, переводчик, конечно, иногда вот Google Translate немножечко хромает, но что делать? Я могу с этим помочь, я только что получила в лагере значок «Изготовление и установка садовых статуй». Что, гномика там сейчас будем устанавливать или что? Как, какие статуэтки-то там, блин? Так, и что, сколько стоит? По одному билетику, ну давай. Давай, берем. Интересно, слушай, интересно, что там дальше? Какой сюжет? Опа, быстрые, но хрупкие. Это вот эти чертята, зомбята. То есть, видишь, с одного просто выносится, и все. И все. Все, господа. Так. Естественно, делаем так. Погнали. Не, история у меня, кстати, прикалывает, интересная. Довольно прикольная. Так, копим денежки. Видишь, уже погнали. Ну куда ж ты, братиш? Ну блин, мне ж не хватает. Ну куда ж ты топаешь? Приостановка маленькая. Так. Ну тут, в принципе, недолго. Вообще недолго. Чем мы тут побыли, да? По идее. Все, тут ставим быстрей. И все, мы просто разваливаем кабины. Так. Какой говнюк, а, смотри. Ну ладно. Все. Бай-бай. А вот и ланчтайм. 30 минут. Ну, мы, кстати, вообще пока ни разу не проиграли. Вообще ни разу. Но, как я помню, прошлую бетку там было все-таки тяжеловато. Берем этого ангелочка ненормального. Боже мой. Ну, конечно. Великолепная статуя. Зомби боятся статуи, им следует бояться это. Я установил скрытые лазерные лучи. Че, серьезно? Где? В глазах или где? И все? Блин, ну тут уже диалоги вообще маленькие, коротенькие. Ну что делать, что делать? Ну блин, интересно, затягивает. Так, 28 уровень, ребят. Ну в принципе, давайте... Ну вот, половинку пройдем. А то уже и так как бы много. Ну... Следующая серия, мы допройдем третий день. Интересно, сколько тут вообще уровней-то, блин? Мне просто там писали, говорили. 150. 150 уровней. И вот. А мы пока что на 28-м, ребята, вот. И как бы такой вопрос. Офигеть. Так, ну давай. Ребята, вы чё? Вы чё творите-то, блин? Чё за хардкорные челленджи пошли? Ничего, расставляем. Блин, у нас проблема. У нас маленькая проблема, потому что этот говнюк маленький. Смотри, что и куда идет. Так, ну я, пожалуй, так сделаю. Ладно, потратим. Потратимся! Они, кстати, не особо так прям урон-то много дают, но... Так, тут ничего. Быстрее, копитесь, денежки!
И быстрее время охлаждения, пожалуйста. Тут просто съедают уже, прям. Успеем, не успеем, как ты думаешь? Ну, вообще успеем, по идее успеваем. Нет, ты не пройдешь! А эти куда собрались? Намылились! Сейчас мы им шею-то намылим. Слушай, нифига себе, что хардкор пошел какой-то, что происходит? Не, ребят, давайте как-то это... успокаиваться немножко. Что-то вы слишком прям разогнались. Я что-то не был готов к такой... все-таки... волне. Слава богу, тут... Найс! Помог виноградик! Спасибо тебе, дружище! А, это последний? Что? Ну, вот это уже... вот это уже интересно будет. Вот это уже будет интересно. Интересно, ребят. Ну что же. Так, давай что ли это... ну-ка. Вот это еще возьмем. Ну, я думаю, самое вот это прикольное. Какая-то рыбина. Это така? И... боже мой, что это такое? Это голубь? Нет, я хочу вот это вот, чтобы красивенько было у нас, а не, блин... Эй, не могла бы взглянуть на этот прекрасный сад, когда же здесь начнут выращивать таку? Там не вырастут тако, дядя Дэйв. Это украшение. Бедолага. Какой же бедолага он? Сад обретает форму, создатель Дэйв. Создается впечатление, будто его никогда никто не уничтожал. Короче, взломанный робот-газонокосилка. Почти. Ладненько. Давай украсим это место новым участком подсолнухов и красивыми столиками для пикника. Это нас будет стоить... великолепное предложение, Патрис! Именно то, что нужно этому саду! Так. Спустя... в другом месте. В другом месте, не-не-не. То я думал... опа, зомбосик-то у нас тут! Буксир! Мы должны действовать, пока сумасшедший Дэйв отвлечен. Используй свое гнилое мастерство, чтобы испортить его драгоценный бассейн. Это должно их замедлить. Блин, Васян, короче, его будем звать. Вася, Вася, что такое? Ты уже и с бутылкой вообще не разговариваешь, господи! Одно слово повторяет. Устал? Нелепо, ты зомби, ты не устаешь. Немедленно начни операцию. Испорти бассейн сумасшедшего Дэйва. Ого. Бассейн... а! А, так это ж Серега! Фу ты, блин, это не Васян, это вот кто такой Серега-то. Ёкарный театр, это он и есть, ребята. Так он уже испортил, так он уже... нифига себе, он был уже на задании, получается. А я его и не признал-то, ё-моё. Ладно, ребят, на самом деле, ну прикольно, прикольно вот так вот все-таки поиграть, сюжеточку вот такую вот посмотреть. В общем, ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Следующая серия скоро, а именно завтра, так что подписывайтесь. Телеграм, чтобы не пропустить уведомления. Бай-бай, дорогие братишки.